Мы сейчас находимся в Свято-Игорском монастыре. Правильно будет в том месте, что от него осталось. Теперь мы видим, на что способна украинская армия, разрушая монастыри, кладбище, что у них нету вообще ничего святого. Было замечательное место, тихое, монастырь. Почему и супруга год назад умерла, решили похоронить здесь. Вот. В этом храме ее отпевали. И мы постоянно, каждые выходные приходили сюда, ставили свечку. Это ж, у меня слов нет, что это творится. Вот я 61 год мне. И то, собираюсь брать автомат и идти этих зверей, их даже зверьми нельзя назвать. Сына здесь на Октябрьском, квартира, два снаряда в доме. Вот. Жена вот в ноябре должна родить. Я уже, значит, люди, я говорю, уезжайте, есть возможность уехать в Россию, в Ростове родственники. Вот. Нет, я тут родился, я тут жил. Уже рвется сам. Я говорю, ты в армии, во-первых, не служил, во-вторых, жена беременная. Я говорю, так что сиди. Я говорю, я как-никак и служил, и военное училище за плечами. Вот. Повоюю, говорю, из-за тебя. Быстрее, хочется мира. Матушка сказала, защищайте, ребята, церковь. Разрешение дала, как сказать, перекрестила всех. Нет, давайте церковь, а мы не собираемся отдавать. Церковь мы не сдадим. Хоть мало нас, но мы из России. Станем пред царицею небесною. В скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей.